9 марта каждый год в Самаре проходит лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна». Приурочены соревнования ко дню рождения печатного издания. 108 лет назад самарский губернатор Владимир Якунин выдал лицензию на выпуск газеты. А в 1941 году прошли первые лыжные соревнования. Наши предшественники придумали такую замечательную гонку. Еще до войны первый раз провели. Наши прадедушки, прабабушки выходили. И вот уже сколько поколений... Сколько народу я здесь. Тот, кто мальчишкой сюда приходил с отцом, тот и своего сына сюда приведет. Это мы формируем какие-то традиции нашей жизни. По-моему, это очень важно. Ирина Яговкина бегала на лыжах еще школьницей и студенткой. Недавно решила вернуться на лыжню. Первые соревнования после продолжительного отпуска для Ирины сложились удачно. Хотя медаль от волжской коммуны завоевать не получилось. После 30-летнего почти перерыва в занятиях сложновато. Но вроде бы ничего, пробежала. Участников гонки погода как по заказу порадовала легким морозцем. Претендовали на медали кроме любителей и юные спортсмены и ветераны спорта. Чемпионы и призеры гонки от волжской коммуны, поднявшись на пьедестал почета, закрыли очередной лыжный сезон. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.